Всем привет, друзья, с вами Ниломоб и маленькая овечка. Где она? Вот она, овечка, по имени Цезарь. Ее на плечо садим, и давайте глянем, что это за новая у нас тут такая карта появилась. В привет, сосед. Hello, neighbor. Так, что это такое? Включатель, выключатель, включатель, выключатель. Это, конечно, просто великолепно, что мы такую сразу штуковину нашли. Но нам нужно понять, что мы тут должны делать. Коробка. Все мне подсказывает. Судя по всему, эта стрелка говорит о том, что нам нужно двигаться наверх. Но давайте пока вначале изучим, что здесь еще есть. Кто-то горит. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Так, хорошо. А здесь что? Стрелка. Все говорит мне. Ниломоб, двигайся вверх и не выделывайся. Но мне хочется все равно все это тут изучить. Мячики. Netflix, 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 Netflix. Картину даже ему написали. Ну ничего себе. Вы только гляньте. Реально картину написали. Сейчас попробуем это все дело проверить. Опа, дырка, 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 дырка. Я думаю, что если я сюда сейчас прыгну, я погибну сразу же причем. Поэтому, пожалуй, надо быть осторожно, осторожно. Проверяем, высоко ли там. О, высоко, высоко. Так, а что мы сюда будем сбрасывать вообще? Так можем сюда, в принципе, сбросить все, что угодно. Все картины. Давайте сейчас возьмем, так, возьмем и полностью туда все сбросим вниз. А вдруг оно там внизу нам еще пригодится. Всякое в жизни случается. Лучше все свое берем с собой. Все берем, все забираем вниз. Что здесь еще можно? Ну, можно ящик еще, в принципе, взять. Хотя, вполне вероятно, что ящик должен был здесь остаться, чтобы я на него запрыгнул и забрался наверх. Ладно, полезли наконец-то уже наверх и глянем, что там у нас есть. Ой, не получается с первого раза. А, чуть не свалился вниз. Боюсь, что здесь бы я и погиб. Нет, 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 нет. Это нам делать сейчас нельзя. Нам нужно попытаться эту карту пройти. Пройти. Опа, есть картина. Ты мне тут мешаешь. Проваливай отсюда. А ты, кувшинчик, тоже туда запустим. Опа. А теперь запрыгиваем. А что это же? Подождите-ка, подождите-ка. Это же зонт. Ага, действительно, это зонтик. Это зонтик. Опа, я на самой высокой сейчас, которой можно только в высоте. И сейчас я сделаю прыжок. Полет Гагарина. Или кого еще? Не знаю. Короче, полет. Полетели. Зонт открываем. И делаем прыжочек. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп, все вещи мои вот здесь. Все хорошо, мы не разбились. То есть это было так, я думаю, задумано на самом деле. Чтобы мы сюда спустились именно с зонтом. И чтобы не поранились. Так, что здесь? Только тихонько. Тихонько, тихо. Ой! Что это за звук был? Что-то, по-моему, что-то грохнуло. Как будто что-то упало. Так, так, полочка какая-то. Бочки. Что здесь? Сразу проверяем. Вдруг какой-то ключик, замочек. Так, картины. Туда картину. Так. Так, 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 аккуратно. Бочки, бочки. С нефтью, что ли? Или что? Кока-кола, наверное. Прячемся. Будем отсюда лучше наблюдать за всеми. Чтобы нас не засекли. Чтобы нас не засекли. Так. Ну, давайте пойдем в эту дверь. Тихонько. Никого вроде бы нету. Картины, много картин. Телевизор включим. А знаете, для чего я его включил? Чтобы шум, чтобы создать больше шума, чтобы если здесь кто-то в этой комнате находится, чтобы он меня не засек и не услышал, как я здесь шумлю. Так, здесь какой-то рычаг, подозрительный причем рычаг, и мне кажется, нужно его дернуть. Но не знаю, на что он будет влиять. Пока что его не трогаю. Пока что его не трогаю, но я запомню. Опа, еще тумбочка есть. Мячик, мячик, мячик. Вытягиваем мячик. А ну запустим картину. Да, сбивается, отлично. Мы помним, что там есть рычаг. Это мы, конечно же, себе запомним. Глаза торчат из бочки. За мной подглядывали, вы видели это? Глаза, кто-то шепчется. Кто-то шепчется здесь. Так, 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 а это что? Пиртусин, нашли пиртусин. Так, хорошо. О, я под кровать пролез. Я могу под кровать залезть и выйти с другой стороны. Залезть и пролезть сквозь нее, получается. И вылезти с другой. Отличненько, отличненько. Что у нас тут? Что у нас здесь? Закрыто. Нужно где-то найти ключ. Хотя бы один... А! А! Кто это там кричит?
Не кричи, я тоже боюсь. Кто там, кстати? Опа, 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 опа. Решетка. Понятно, понятно. А здесь что? Мы же умеем смотреть в замочную скважину, подглядывать. Так, а здесь свеча, мячик и больше такого ничего важного я не замечаю. Скейт, 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 мы любим. У кого есть скейт? У меня нету дома реально скейта. Так, в игре, конечно, я иногда играю, катаюсь в играх компьютерных на скейте. А дома у меня нету. Вот, все, хотя бы здесь покатаемся. Так, что здесь? Опять горит. Горит, горит, да, чтобы не погасло. Так, так, хорошо, манекены горят. Что мы будем делать еще? Можем воду включить. Побольше шуба! Дайте больше шуба! Меломоб кричит. Чтобы нас не засекли, нужно делать побольше шума. Что ж, я вижу две двери, которые мне не получается пока никак открыть, потому что у меня нету, собственно, ключа для них. Где здесь может быть ключ? Нигде нету. Возможно, где-то на какой-нибудь тумбочке сверху, просто на которую я раньше не мог сверху посмотреть. Все может быть. Возможно, где-то здесь ключ. Но здесь я тоже, по-моему, все обыскал. Где-то за картиной спокойно могли, кстати, спрятать. Что за... Что это было? Вы слышали? Я нашел какой-то секрет. Я что-то открыл. Еще один рубильник нашел. Так, а давайте глянем сейчас в щель. Неужели я тут открыл ворота? Да, я поднял ворота с помощью этой картины. Ой-ой-ой-ой-ой. Теперь мне надо найти где-то ключ. Но где? Где же тут ключ? Так, стоп, полочка, и там что-то торчит. Так, 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 так. Давайте посмотрим, попробуем с этих бочек туда посмотреть. Действительно, там, по-моему, синий ключ. Ну, кажется, сдалека синий. Возможно, это и не синий ключ. Все может быть. Надо туда прыгнуть. Недолет, недолет. Значит, зонт. Попробуем зонт поставить, открыть и спрыгнуть на зонтик. А ну-ка, получится ли мне на зонт запрыгнуть? Ой, по-моему, не получится. Нет, возможно, получится. А ну-ка. Так, зонтик поближе поставим. Сейчас он свалится, упадет. Отличненько. И теперь на него. Ой, перелет. Пробуем еще раз. Вообще-то, в идеале, я должен тут построить пирамидку. О, есть! Я запрыгнул на зонт, гляньте-ка. А в идеале здесь, наверное, надо строить... бочки брать нельзя. Сразу вам скажу, если у вас была догадка про бочки. Они как будто бы неподвижные. А здесь, скорее всего, надо строить из коробок такую баррикаду. Но пока что я стою на зонте, на зонтике, и довольно-таки стою успешно. Но мне не получается подойти так близко к ключу, чтобы он стал активным. Не могу дотянуться до него, чтобы его забрать. Все-таки, наверное, придется строить пирамиду из коробок. Что у нас здесь? Одна всего коробка и ящик. А получится ли у нас ящик поставить стоя? Вряд ли, вряд ли. Тогда строим пирамиду из коробочек. Нужно тогда больше коробок найти. Пиртусин пока что нам не нужен, бросим его в кровать. А здесь, короче, было много-много-много, помню, коробок. В принципе, я думаю, что нам вот этих 4 коробок должно, по идее, бы хватить, чтобы мы туда наверх залезли и получили желаемый ключик, ключик, желаемый. Раз, два, вот. Ну что ж, будем карабкаться. Будем, можем, в принципе, попытаться даже, знаете, как сделать? Допустим, на коробку залезть, с этой коробки на вот эту коробку. Запрыгнул, получилось. А тут теперь все равно не достаю. Все равно не достаю. Это на самом деле грустно. На самом деле я рассчитывал, что сейчас я достану. Но не могу все равно достать, все равно не хватает. Возможно, я слишком далеко подвинул. Ладно, берем тогда, ставим поближе. Ну, вот так должно хватить. Сколько коробок мне нужно поставить? По идее, ящик стоит плюс коробка. Только не криво, надо ровно, чтобы она стала. Вот так. Раз, два, три. Ой, как-то оно начинает шататься подозрительно. Так, вот эту коробку еще. Вот теперь точно я достану. Осталось только наверх туда запрыгнуть. Что ж, побежали еще за коробками. Ух, тяжелая задача, тяжелая. Конечно, кто-то, возможно, подумал. Неломоб, ты занимаешься ерундой. Взял бы, использовал читы. Но использовать читы — это не наш способ. Мы проходим честно. Проходим честно и аккуратненько. Так, так, раз, два, поставили такие. Раз, два, тут еще поставили. Вот так. Раз. Сейчас будет паркур, паркур. Два. Ничего себе.
Есть, 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 есть. Вот наш ключик. Ключик, ключик, ключик. Есть. Какого вот цвета он? По-моему, темно-синего, да? Не вижу. Надо на свет стать где-нибудь. Вот тут, допустим, лампа. Какого? А, еще один ключ случайно нашел. Я не видел его, честное слово. Как я так его заметил? Чисто случайно подошел. Возможно, вы вначале, когда я открывал эти тумбочки, эти шуфлятки, вы заметили ключ. Но я его не видел. Только сейчас заметил. Чисто случайно из-за того, что я хотел посмотреть, какого цвета ключ. Так, откроется? Открылась. Так, второй ключ. Откроется? Открылось. Отлично, отлично, отлично. Так, открываем. И наблюдаем, что у нас тут в комнатке. Мячик. И все. И все. И свечи. Мячик и свечи. Что-то тут слишком уж много этих нефликов. И картина ему посвящена. Может быть, эта карта вообще посвящена этому ютуберу. Не знаю, попробуем сейчас мячик сжечь. Не горит, не горит мячик. Эй, стой, 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 куда ты покатился? Куда ты уходишь от меня? А ну стоять на месте. Ты что, как ты? На тебе, короче, скейтом, получай. Ладно, открываем следующие двери. Вот тут мы должны были... О, фонарик, нету какого-нибудь фонарика? Или прожектора, что-нибудь такое, что могло бы светить. А то я боюсь туда идти. Боюсь, о, лампа. То, что надо. Кто-то шепчется. Кто-то ошибся. Тут, в этом, тут, в этом, тут, 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 тут. Нет, уже никого. Ну, только что кто-то здесь, кто-то шептался. Так, лампу я себе взял. Немножко мне будет просвета уже. Можно поставить ее и посмотреть, что тут у нас есть. Когда мы ее ставим, она дает больше освещения. Вы заметили? Когда в руках несу, не так. А когда ставим, она как будто больше светит. Так, проверяем, проверяем все. Так. Ворота. Ну, в принципе, вот большой-пребольшой рубильник я вижу. Наверное, надо в него... Мячики! Кто-то кричит. Ой, тут провал вниз. А ну, попадем ключом. Не попал. Еще второй ключ есть. Чуть выше, берем поправку на ветер. Опа! Ключиком лучше не бросать. Ну, попробуем. Опа! Не попал. Второй раз. Опа! Попал? Что? Произошло что-то? Кажется, нет. Зонтом. Зонт будем экономить. Будем мячиками, наверное, бросать. Так, мячиком. Опа. Есть. Попал. Получилось. Двигаемся дальше. Ага, тут где-то решетка, видимо, поднялась. Вот эта решетка, скорее всего. Поднялась вверх. Отлично. Магнит. Что тоже может мне пригодиться. Еще один новый ключик попался. Берем. Какой? Какой-то блестящий такой. Светящийся ключ, я бы сказал. Так, тут ничего у нас нету. Ничего. Тут пусто. Дверь. О, светящийся ключ. Тут нужно его использовать. Так, дверь. Опасная или не опасная дверь? Тут решетка, кстати. Мог бы я туда вниз свалиться. А! Там кто-то... Там стоит сосед, по-моему. Тут дырка. Я в нее, наверное, не пролезу. Странная решетка. Как-то нужно ее, видимо, поднять. А! Вот рубильник. Рубильничек подняли. Подняли. И теперь, по идее, использовать нужно зонт, чтобы спуститься к соседу. Ну что ж, посмотрим, что там с ним случилось. Опа. Летим, летим, летим. Кажется, тут у него... Кажется, его окружили! Он плачет, его обижают! А ну не трогайте соседа! Не трогайте соседа! Зон тоже мне пригодится еще. Так, не трогайте соседа. А зачем мне магнит? Для чего магнит был здесь вообще? Не понял. Но манекены здесь окружили соседа, и просто он был... А, все, это концовка. Мы как будто бы его спасли от манекенов. Его схватили в лапы свои деревянные. В общем, если вам понравился ролик, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И не забывайте смотреть другие ролики тоже. С вами был Неломоб и его овечка по имени Цезарь. Увидимся в следующих роликах и до скорой встречи. Пока-пока.